Добрый день. Вы искали лечение аллергии? Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Могу помочь вам в этом вопросе. А знаете, когда появляется необходимость проводить лечение аллергии? Когда три барьерных органа – желудочно-кишечный тракт, кожа и легкие – перестают выполнять свои барьерные функции и начинают пропускать как минимум аллергены. Попадая в кровь, аллергены организм может нейтрализовать белками и антителами. И первично вы эту ситуацию не видите. И вот когда белков в них начинает не хватать, вот здесь появляется избыточная доза аллергена, которая может, собственно, запустить аллергическую реакцию. Ну, все вы их знаете. Они могут проявляться, видны на коже, но поражаются все слизистые, все барьерные органы поражаются, увы. Потому что аллерген действует уже с обратной стороны, из организма. Конечно, можно лечиться антигистаминами, это все здорово, но когда у вас есть аллергия, автоматически у вас снижен иммунитет. И снижен иммунитет к токсинам, снижен иммунитет к бактериям, к вирусам, к онкоклеткам, к старым клеткам. То есть при наличии аллергической реакции организм злокачественно переносит любую интоксикацию. У него легче возникают бактериальные либо вирусные инфекции. У него не идет борьба со старыми клетками, он рано стареет. И у него не идет борьба эффективная с онкоклетками, то есть он подвержен, у него высокий онкологический риск. И не дай вам Бог, на этом этапе, когда есть аллергическая реакция или склонность к ней, проводить повышение укрепления иммунитета. Пока вы попытаетесь добиться вот тех нежелательных последствий устранения их, можете попасть на анафилактический шок или отек Квинки. Эти состояния очень сложно лечиться в стационаре, не говоря уже о домашних условиях. Я не занимаюсь, собственно, лечением аллергии. Я не занимаюсь, собственно, борьбой с онкоклетками, с вирусами, с токсинами. Я помогаю вашему организму это сделать. Я знаю, как провести грамотное очищение крови, усилить барьерную функцию легких, кожи, желудочно-кишечного тракта и предупредить развитие аллергии. Вы понимаете, эта ситуация, на мой взгляд, более правильная, потому что лечить по отдельности все вышеперечисленные заболевания и состояния, ну, это, во-первых, интересно, конечно, вы все время будете находиться в состоянии лечения, но, на мой взгляд, это неправильно. По отношению к организму это не совсем правильно, потому что он всегда будет в состоянии болезни. Поэтому, если вам необходимо лечение собственной аллергии, тогда, пожалуйста, антигистаминные препараты в ближайшей аптеке. Если вам необходимо не только лечение аллергии, но и повышение иммунитета к токсинам, к бактериям, к вирусам, к онкоклеткам, заодно и к старым клеткам, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко, оно системно, оно комплексно и эффективно.